Самарские парки, скверы и дороги обрабатывают средством хлорамин-Б. Оно безвредно для людей и сертифицировано Роспотребнадзором. Но на всякий случай, если вы видите дезинфекторов, лучше обойти их стороной. Обработку общественных пространств проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. В самарских парках специалисты служб благоустройства с ранцевыми распылителями моют раствором лавочки, урны, дорожки и детские площадки. Бригады работают в каждом городском парке. По правилам их должны дезинфицировать ежедневно, даже несмотря на то, что в условиях общей самоизоляции количество посетителей сильно уменьшилось. И вечером, и в ночное время посещают все равно эти детские площадки и дети, и подростки, и взрослые со спиртными напитками приходят. Поэтому обрабатываем для безопасности. За день специалисты разных муниципальных предприятий обработали 71 улицу и 8 общественных пространств. Равномерно во всех районах города. Количество вымытых дорог увеличивается с каждым днем. Всего в Самаре продезинфицировали почти 200 улиц, а также набережную, подземные переходы и 36 скверов, аллей и площадей. Как только ночью становится теплая погода, специалисты будут работать в круглосуточном режиме. При этом нехватки специальных растворов не будет. Запасов материалов вполне хватает, закупки дополнительно организованы. Сейчас никакого дефицита в дезинфицирующих и моющих средствах нет. С каждым днем увеличивается количество техники. Сейчас на улице Самары уже выходят 36 поливочных машин и 9 вакуумных пылесосов. Темп работы, помойки, дезинфекции дорог и общественных пространств не будут снижать и выходные. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.